Идея самого этого чтения, она заключается в том, чтобы люди в мире попытались объединиться вокруг чего-то очень ценного, неземного. Люди разных традиций смогли просто во что-то одно погрузиться, не на большое время. 7 дней – это не так много. Но для блага всего мира это будет очень полезно, очень нужно. Особенно для тех людей, которые сейчас в хорошем смысле слова заперты в карантинах. То есть это сейчас вынужденная мера, и многие сидят, и сейчас многие даже не знают, чем заняться. Кроме как интернет, телевизор, еда, просто сон, просто все. И хотелось бы в этом ключе объединить этих людей вокруг одного чего-то очень могущественного и неземного, духовного. Эта энергия, она очень сильно повлияет на мир, очень сильно, в хорошем смысле слова, успокоятся все. Сейчас очень все напряжены, начиная просто от простых каких-то людей, дворников, и кончая руководителей стран. Да, напряжены, как, какие бы они как бы, ну, не были сильными, да, или как уверенными, что они могут здесь противостоять разным и вирусам, и войнам, и там, катаклизмам. Но законы природы, они непреклонны, они не спрашивают, кто какого уровня. Они просто приходят и делают свое дело. И сейчас мы видим, что Мать-Земля, она немножко напряглась, как бы, потому что люди забыли о ценностях нравственных, они забыли о том, зачем они вообще пришли в этот мир. И сейчас, вот в это тяжелое время, мы можем объединить усилия и напомнить людям, всем в разных традициях напомнить, что мы можем сейчас сделать такого великого, по-настоящему великого, как для себя лично, так и для общества. И вот эта программа, которая сейчас планируется открыться, это 7-дневное чтение Священного Писания, где описывается как раз смысл существования здесь на Земле, для чего мы пришли. Мало того, в чем ценность этого мероприятия, это то, что эта беседа, которая была 7 дней, почему мы взяли эти 7 дней, 5000 лет назад, самый могущественный царь планеты, царь Парикшит, когда узнал, что ему осталось 7 дней жить, он в этот же день все оставил просто, все царство, самое великое царство в мире было, повелитель всей планеты был. Он тут же оставил, снял корону и пошел на берег Ганги просто, чтобы совершить великий подвиг, который можно только сделать за 7 дней. И он знал, что 7 дней нужно вопрошать о Боге.